Сотрудники полиции задержали в городе Избербаши троих местных жителей, занимающихся выращиванием конопли. Предприимчивые мужчины хорошо ухаживали за своим огородом и не догадывались, что попали в поле зрения полицейских. Чем все закончилось, в сюжете Камиля Девятова. Дома у этого мужчины сотрудники полиции обнаружили более 2 килограммов марихуаны. На сей раз до клиента травка точно не дойдет. Вас где задержали? Дома. Самая популярная фраза в таких случаях «выращивал для собственного потребления». Этот случай не стал исключением. А что такое раскрыто? Семена конопли. Пью, курю и не краснею. Видимо, для этих любителей кайфа уже ничего не страшно. Ничего зазорного они в своем поведении не видят. А где берете? Сажал огороды. В настоящее время трое злоумышленников задержаны. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Впереди следствие и суд. А пока процесс длится, дурман трава им будет только сниться. Камиль Девятов, Абдулла Алиев, телеканал ННТ, Избербаш.